Создание комфортной городской среды на этот год близится к финалу. Работы завершены более чем на 80%. Предварительные итоги обсудили участники всероссийского видеоселектора. Его провело Федеральное министерство строительства. Сейчас в большинстве регионов продолжается приемка работ. До конца года в стране должно быть благоустроено порядка 20 тысяч дворов и 220 парков. В республике тоже все идет по графику. Очень важный момент. Объекты благоустройства принимают и общественники. Именно они указывают подрядчикам на недочеты. Да, выявляются какие-то недочеты. Мы это ставим на контроль вместе с активистами Общероссийского национального фронта, с гражданами, в первую очередь, ради которых все эти работы делались. Я думаю, что в рамках гарантийных обязательств мы все недочеты, которые будут выявлены, исправим. Очень много согласований именно с населением. Идут, обсуждались эскизные проекты. Потом, естественно, необходимо было соблюсти 44-й ФЗ, то есть провести аукционы, то есть отобрать подряд. Организации, естественно, произошел сдвиг по выполнению работ в сторону, так скажем, осени. И здесь определенные сложности с реализацией проектов было. Но в целом объем работ, который планировался выполнить в рамках финансирования за счет федеральных средств, республиканских и муниципальных, мы выполняем. В Чувашии в рамках программы будет благоустроена 71 дворовая территория и 14 общественных пространств. В следующем году в приоритетном проекте планируют принять участие уже все муниципалитеты республики. Администрации районов и региональный Минстрой сейчас согласовывают эскизы и план работ.